привет, меня зовут Жолдас Атамирис, и мне 16 лет, я из города Актобе. Мы вначале представляли свою область, теперь представляем всю нашу страну здесь, это Великобритания. Это был очень впечатлительный момент, когда мы узнали, что мы поедем в Великобританию для того, чтобы больше узнать о авиации. Первый полноценный день пребывания в Лондоне, и он начался с лекции приветствий. После обеда у нас были лекции по основам аэродинамики. Да. Также нам давали задания по вычислению времени в полете, времени подъема самолета. Алғаш сезімдеріміз самолетта, яғни ұшақтамын кезде өзіміз керемет сезімде болдық. Және де осындағы келтірген өздерінің жоспарларына сәйкес жұмыстарды атқардық, топпен жұмыс істеп, яғни балалармен танысып, өздерімізді әртүрлі қырдан көрсеттік. Сейчас проходит очень интересная учебно-познавательная программа, которая включает ряд интересных экскурсий. Вот мы, например, сегодня находимся в Кембриджском университете. Участниками данного конкурса являются ученики всех 17 областей Казахстана. К нам приехало в основном 85 учеников со всего Казахстана. Из них 40 финалистов было отобрано для этой поездки. Arrived on Sunday. On Monday they did a lot of classroom work at Cranfield University. Yesterday they were flying in the Jetstream aircraft, which Cranfield has to train flight test engineers. They also did some work in free falling in the wind tunnels and various other bits and pieces. Today we have been on the road. We have been to Duxford to see one of the world's great aerospace museums.